Ну а почему мы вдруг вспомнили про верблюда? Да, это же вот не программа «В мире животных». Ну, ты знаешь, не совсем программа «В мире животных», но животные здесь кстати. Потому что именно эти животные дают потрясающий 100% пух и шерсть, которая попадает в наматрасник. Наматрасник Африка. И посмотрите, даже на чехле изображен верблюд в подтверждение тому, что внутри этого прекрасного наматрасника натуральная верблюжья шерсть. Посмотрите на дизайн, будто из нашей студии мы и правда оказались на сафари. Африка, именно так он называется. 676-400 ровно. Оль, я уже знаю, зачем нам нужен наматрасник. Но для тех, кто смотрит нас впервые, сейчас могут задать мой как раз вопрос. Я сплю на раскладном диване. Мне-то зачем наматрасник? Вот тебе он нужен в первую очередь. Итак, я сейчас обязательно расскажу подробно, кому и зачем он нужен. А теперь посмотрите, как его надевать. На уголочках у нас есть эластичные ленты. Посмотрите, как растягивается. Видите, она широкая лента. И вы абсолютно легко закрепить сможете на матрасник даже на очень высокий, широкий матрас. Посмотрите, какой у нас здесь широкий матрас. Видите, какой большой, тяжелый. Я вот так надеваю на матрасник, посмотрите, фиксирую и опускаю. Никуда не сползет, не съедет, абсолютно хорошо закрепляется. Это на матрасник с натуральной верблюжьей шерстью. Ну а прямо сейчас я расскажу, Арина, зачем нужен тебе, как владелице дивана. И полстране, между прочим, спит на раскладном диване. 75% россиян спят именно на раскладных диванах. Зачем на матрасник? Так. Матрасник – это как, во-первых, защита вашего матраса. Если вы спите на кровати, и у вас есть матрас. У многих ортопедический. Нет, если матрас. Пружинки. Пружинки. Если матрас уже старенький, где-то продавился, где-то промялся. Именно на матрасник сгладит поверхность. То же самое получится и с диваном. Стыки на диване будут выровнены за счет наматрасника. Ну, а если у вас, например, новый, наоборот, матрас, так его надо защищать. Ведь на матрасник вы можете постирать, а матрас нет.